Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. Давайте узнаем, какая погода нас ожидает сегодня. По республике переменная облачность. Местами кратковременный дождь с грозой. В первой половине ночи в отдельных районах сильный дождь. В сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 метров в секунду. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-11 тепла. Днем плюс 21, плюс 26 градус. В горах ночью местами от 0 до плюс 5. Днем в горах потеплее до плюс 16. В Черкесске переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 26. Карачаево-Черкесия перешла к третьему этапу снятия ограничений. 17 июля в республике в полном объеме открылись компании туристической сферы. Людей из разных городов тянет в нашу республику, где чистый горный воздух, реки, пейзажи и, что немаловажно, кавказское гостеприимство. Туристический комплекс «Медовые водопады» давно стал местом притяжения тысяч туристов. Сегодня гость нашей программы Муса Баташев, который вносит большой вклад в развитие туристической отрасли. Муса, скажите, пожалуйста, когда открылся сезон туристический у вас и насколько люди сюда приезжают? Ну, сезон открылся, вот, как только сняли вот ограничения, там, и вышли мы самоизоляция, 2-3 недели вот эти. Ну, и мы были, в принципе, к этому готовы, ну, и начали работать. Сейчас уже вот эту неделю, ну, туристы и гости как бы нашего региона едут нормально, там, ну, как в полном объеме. Ну, примерно, ну, может быть, чуть меньше, чем в прошлом году, а так начали работать. Хотя санатории сейчас практически не возят, там есть некоторые санатории еще не работают на Кабминводах, а некоторые не выпускают как бы, да, отдыхающих за пределы территории. Ну, в связи с тем, что надо соблюдать еще и масочный режим, и какие-то ряд ограничений остались. Что сегодня востребовано на туристическом рынке? На туристическом рынке востребованы вообще вот такие дешевые. Вот у нас мы предоставляем же вот конные туры, какие-то экологические вот моменты, чтобы соблюдались. Ну, у нас есть зиплайн, вот квадроциклы, ну, велопираты. Вот активные виды отдыха, они востребованы, и они потому что, я думаю, что это из-за того, что цена так более-менее так, ну, ближе к бюджетному варианту. Поэтому люди едут, начали ехать. Есть у нас сейчас и проживающие, которые приехали на 10-дневный конный тур. В основном едут москвичи на активные виды отдыха. А Кабминводы, вот этот регион, едут там на, ну, как бы, туры выходного дня. Насколько здесь представлены регионы Российской Федерации? И пока еще только Кабминводы и Москва. Ну, едут вообще практически все регионы. Вот Краснодарский край, Ростовская область, да, даже с Калмыкии. У нас были отдыхающие, вот, только уехали, как его, с севера, там, с Уренгоя были. Потом вот этот Ханты-Мансийск был даже, Санкт-Петербурга. Ну, едут практически со всех регионов там. А какие-то пожелания туристы высказывают? Пандемия сказалась и на бюджете, вот в каждой семье там. Они хотят больше такой активные отдыхи, вот пешеходные, да, там какие-то вот прогулки по лесу, да, вот многие вот сейчас от нас уезжают в Архыз, там, дом, кого-то мы отвозим, кто-то уезжает на море. Ну, вот то, что у нас есть в республике, я считаю, что это востребовано. Просто мы должны совместно вот с Министерством туризма, с другими службами, вот даже есть предложение по сельскому туризму, чего у нас как бы не развито, да, вот люди готовы приезжать с семьями, и люди хотят как бы такого, как бы правильно высказаться, отдельного, чтобы ни с кем не контактовать. Вот такой сельский туризм, ну, или агротуризм, как его еще называют. Вот люди хотят такого, побыть на природе больше, вот такое. Я хотела бы спросить о ваших планах. Ну, у нас был перерыв, там, вопросы мы узаканиваем, вот, по отводу земли, там, по разрешительной системе, там, на строительство, там. Ну, вот я думаю, что через неделю мы продолжим. Я думаю, что, ну, постараемся, может, к концу года что-то, какую-то часть еще раз запустить там. Сейчас у нас работает как бы магазин «Карачаевский сувенир», там контактный зоопарк. Ну и сейчас вот конно-спортивный, мы думаем, что через неделю. Сегодня я только разговаривал со строителями, они готовы там уже через неделю там
приехать и начинать работать. Следующий выпуск «Вестей» смотрите в 14:30 с ведущим Ашимезом Пхешховым. Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра. Продаются полнорационные комбикорма для всех видов птицы, а также молодняк уток разных пород. По вашему заказу изготовим любые корма для других видов животных. Плем-репродуктор «Зеленчукский». Телефон 8, код 87-878-5-45-70 и 8-925-711-98-90. Поступай правильно. Поступай в ПГУ.